Абсолютным победителем, обладателем гран-при становится Ависма, филиал ПАО, корпорация ВСМПО Ависма. Ависма получала гран-при в 2020 году. Спустя два года снова становится эко-лидером. Очень приятно, что Ависма сегодня получила гран-при городского конкурса «Эко-имидж». Это, конечно же, признание заслуг в сфере экологии и охраны окружающей среды. На конкурс были представлены большой пакет материалов. Конкурсная комиссия оценивала производственный вклад, те природные, природоохранные мероприятия, которые реализуются на предприятии. ВСМПО «Ависма», как одно из крупнейших предприятий региона, осознает экологическую ответственность. Это естественно. Своим опытом работы в экологической сфере специалисты рассказывают на заседаниях экологических трибун. Кстати, выездное совещание в начале года проходило на территории «Ависмы». Предприятие активно принимает участие и в городских экологических проектах. У нас уже не первый год на всех проходных комбинатах стоят экобоксы для сбора раздельного макулатуры, пластиковых крышек и отработанных источников химических источников тока, ну то есть батареек. Как итог, первые места в городской акции «Эколог и я 2022» по направлениям сбор макулатуры и сбор пластиковых крышек. Сотрудники предприятия активно проявляют экологические инициативы, организуют субботники, проводят экологические конкурсы и флешмобы. Так, этим летом центральная лаборатория провела фотоконкурс «Обними дерево», в котором смогли поучаствовать все желающие металлурги. Молодежь регулярно занимает призовые места в общегородских экологических акциях. В этом году наша команда победила в чистых играх. Чем больше людей будут экологически осознанными, тем лучше мир вокруг. Кстати, совсем недавно в региональном этапе всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» Березники стали победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование Пермского края». И это результат одной большой команды из предприятий, организаций и жителей города. Приятно, что в этом есть и весомый вклад «Ависмы».